Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рай, и мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, первый вопрос, который меня интересует, где мы сейчас находимся. Так, Лига Сёгунов, 2 звезды, 26 ранг. Все-таки меня немножко сбросили, получается. Так, классическая бойня. Давай-ка мы с тобой здесь попробуем нафармить. Поехали. Так, сырный телефон, это ерунда. А здесь вот, бибоп классический. Все, отлично. Поехали дальше. Так, маяк. Рокследи. Но ты не забывай, что у нас кончаются телепорты. Вот что. Телепорты кончатся, и все, ребят. И приплыли. Так, 20 жетонов. Опять 20 жетонов. Комикс, чувак. Бибоп. Все, ребят. Получил я, что хотел. И теперь нам нужно с тобой сделать следующее. Блин, я не знаю, как мы будем сражаться. У нас очень мало. Да ё-моё, куда ты залез-то? У нас очень мало телепортов. А искать нам придется очень много, верно? Здесь 9 наушников. Ох, поехали. Так, мимо. Опять мимо. И здесь тоже не попали. Вообще, все мимо пролетело. Так, один телепорт отбили. Тут ничегошеньки. Раз, одни наушники есть. Вторые выпали. Третьи, уже лучше. Так, три, только три. Мне нужно, вот, четвертые. Пятые и последние два телепорта. Все, ребят, на абсосе, на полном абсосе мы с тобой остались, потому что телепортов больше нет. Такс, но это не беда. Они у нас еще появятся, потому что мы и тут немножко заработаем, там немножко. В общем, по чуть-чуть они у нас будут прибывать. Но это, ребят, конечно, не покроет наши затраты, если серьезно. Просто не покроет. Вот два телепорта мы опять нашли. Пройти серию испытаний. Быстренько сейчас пробежимся по ней. Армагон, Бакстер, Леонардо, Ванька и Супер Шреддер будет у нас здесь выступать. Ну что же, давай начнем потихонечку. Так. Выжил, да, Ксивер Монтес? Это ненадолго. Это все ненадолго, это все мелочи на самом деле. На тебе. Такс, а здесь у нас... Ну, начну, наверное, с Розара. Спокуха, теперь валун бросает мой Армагоша. И все, все, ребята. Идеальный проход. Ну что, тогда двигаемся дальше. Давай, 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 все, заканчивай это тягомотину. Забираем награды. Так, поднять уровень персонажа, ну явно я сейчас не смогу, потому что мне не хватит мутагена. А вот по поводу арены, это да, это я с удовольствием. Ну что, давай начинать. 15-20, а больше никак не дадут. Я бы не отказался, например, 16-21. Я попросил, и вуаля, пожалуйста, получи. Здесь, ребят, достаточно будет одного Армагона, судя по всему, потому что он с одной плюхи вынесет всем лицо. Должно быть так, по идее. Я сомневаюсь, что он промахнется или где-то нубанет. Все должно быть четенько. Проверим. Я же тебе говорил, что по красоте Армагоша здесь все сделает. Так, это уже радует. Ну что, двигаемся тогда дальше и смотрим, что нам там, куда мы перейдем. С 26 позиции мы переходим на 10. То есть это лишний раз подтверждает, что мы сейчас перейдем в Лигу Сёгунов 3 звезды. Но сегодня цель у меня как-то добраться до мастера. Как? Пока не знаю, ребят, но хотелось бы. И не просто до мастера, а до мастера 2 звезды, но это как минималка будет у меня. Да, сегодня я поставлю себе задачу минимум получить мастер 2 звезды. Так, Лео, не подведи, пожалуйста. Донни, ну Донни, я думаю, фигня, да? Сможешь Шреддер завалить его? Красавчик, красавчик ты мой.
Все у него получилось, все отлично, ребят. Ну что же, продвигаемся, конечно же. И вот у нас Лига Сегунов 3 звезды. На 95-й позиции, поэтому в бой. 16-21, 16-21. Ну давай я возьму вот этот отряд, так уж и быть. Бакстер плюс Ванек. Усаги. Слушай, а зачем я так много набираю? Бакстер столько у нас здесь, наверное, одного будет за глаза. Как ты считаешь? По идее, по инициативе он должен первым сходить. И даже если мы сделаем с тобой смертельную волну, есть большие шансы, что он их всех, в принципе, уничтожит. Ну, я не уверен. Если Леонардо выживет, это будет, конечно, крах полный. Ну-ка, проверим. Угу. А вот это вот, вот это плохо, ребят. Так, постепенка есть, постепенка есть. Значит, все, уничтожили. За счет, опять же, ребята, то, что постепенно урон повесился практически на всех персонажей. И как только до них дошел ход, они сразу отдуплились. Как-то так. Ну что, 81-я позиция. Поехали. 81-я позиция, и у нас 16-21. Так и остается, да? А что если я возьму чисто Ванька? Шредер, подожди, чисто Ванька одного. В принципе, сотый уровень, инициатива должна быть нормальная у него. И в принципе, с гранатомета есть шансы все завалить сразу же. Проверим. Опа. А почему слэш не упал? Самый умный, что ли, не пойму. Да, да, выпендривался. Ну что, друзья, здесь мы тоже пробили, так сказать, броню. Двигаемся дальше. И 66-е место. 66-е. Слушай, хорош уже, давайте мне что-нибудь 17-22 или что-нибудь в этом роде. Потому что 16-21 уже сколько это длится-то? Три поединка, по-моему, вот. 16-22, видишь? Пока не рыкнешь, не рявкнешь на них. Так, подожди-ка. Усаги, Усаги один здесь вряд ли справится. Давай возьмем. Тьфу, ты, Джастина, не хочу. Вот, да ё-моё. У нас будет Усаги вместе с Зеком. Ну, это 100% должны здесь победить. Потому что, ну, все-таки Зек как-никак, хоть какой-то урон наносит. Плюс еще замедление небольшое. Ну, и Усаги, естественно, делает свою вертушку с нанесением кровотечения или постепенного урона, так оно здесь называется. Все, идеально. Расписали как по нотам. Ну что, двигаемся тогда дальше и смотрим, какую позицию мы занимаем после этого боя. Я думаю, где-то 53-я будет, 51-я. Ну, где-то около того, да, я был прав. Так, давай-ка 16-22. Не надо мне опять вот эту шарманку врубать про 16-21. Ты посмотри, а, какой. Ты посмотри, они не хотят выдавать мне. Вот это новости. Есть. Я все-таки выбил. Возьму здесь, наверное, Донателло и плюс Макмана. Вот Донни Макман. Да мне кажется, здесь бы один и Макман чисто справился. Насчет Донателло я не уверен. Насчет его сюрикенов. Но насчет ураганчика от Макмана, в принципе, на 100% можно заявить, что... А мы сейчас и проверим, кстати. Упс, друзья мои. Буду знать. Буду знать, что Макман все-таки не может справиться в соло с противниками. Значит, хорошо, что мы перестраховались и взяли все-таки Донателло. Ну, возможно, ребята, если прокачаем мы Макмана до соточки, то повысится у него сила атаки и, скорее всего, он уже будет тянуть в соло. Так, ну что, Рафаэль плюс Майки, Джастин, Железноголовый и Крис Брэдфорд. Ну, поехали. Начну, наверное, с уклонения. Берем сразу еще провокацию на Рафаэля. Делаем пробивной. А он не сработал.
Так, хиляет. Он ради Бакстера, ради Криса Брэдфорда потратил хил. Ты серьезно? Он сейчас на всех поставил контратаку. Ребята, мне невыгодно бомбить массовой атакой, поэтому придется вот так вот поступать. Ну-ка, запали его. Есть. О-о-о-о-о, тихо. Припухлый, на, получи. Так, и остается у нас здесь один лишь Рафаэль. Что-то мне подсказывает, что он, наверное, хочет массовую атаку подключить. Но ничего у него не вышло, мы его уничтожили, расчехлили, так сказать. Окей, поехали далее. С 37-й позиции мы переходим на 24-ю. Вот так вот. Значит, 16-22. Ну что, Шреддер, ну, другого варианта у нас нет. Придется тебя брать. Как я не оттягивал это, но вынудили. Ну что, поехали. Шиповка пошла. Очень хорошо, ребят, очень хорошо. Прям большую часть сразу уничтожил. Плюс постепеночку уложил. И здесь мы с тобой Рокстеди добили. Прикольно. Ну что, сколько нам еще с тобой? Видимо, через следующий поединок мы перейдем уже в Лигу Мастеров. Одна звезда. Окей. Это уже мне нравится. Так, 16-22. Откатываем с тобой Шреддера. Возьмем Рокзара. Блин, а если не сработает? Нет, должно сработать. Должно сработать. А Рокзар, конечно, у нас не массовик затейник. Но все равно у меня теплится надежда, что Шреддер все-таки сможет половину уничтожить, половину. Угу. Значит, тут уничтожаем Дони, а эти все падают. Все. Замечательно. Ну что, поехали дальше. Переходим с тобой, естественно, в Лигу Мастеров. Занимаем с тобой 93 место. У нас с тобой 28 откатов. Для того, чтобы нам купить 200 телепортов, нам нужно 1050. Именно 1050 долларов. Только после этого мы сможем с тобой купить 200 телепортов, которые нам просто важно, необходимы сейчас они даже, я бы сказал бы. Потому что без них мы дальше с тобой не сможем ни фармить, ни проходить какие-то ежедневки. То есть мы их можем проходить в режиме, например, поединков, да, там типа за сыр или еще что-нибудь. Но это будет очень долго, это очень будет нудно. Понимаешь, о чем я, да? 80-е место. То есть, грубо говоря, мы с тобой где-то берем по десяточке за поединок. Если бы они еще не жмотничали и давали бы мне 16-23. Но не хотят. Так, я возьму Армагуна плюс Шреддера. Бойцов еще дофигища у нас, если посмотреть. Тут не на один поединок, ребят, тут до целой Лиги Мастеров 3 звезды, наверное, хватит, я думаю. Но, опять же, с откатами проблема. Так, кто у нас тут не попал? А, в принципе, давай, Армагон, вали их всех. Не будем тут точными ударами бомбить. Сразу вот так вот сделаем и все. Ну, показывайте мне, какое местечко мы заняли. Я думаю, там где-то 71-е. О, 67-е даже. Получается действительно, что мы 10 ступенек с тобой пролетаем. Так, 16-22. Ни больше, ни меньше. Ладно, Армагон, иди сюда. Шреддер, возвращайся. Так, не забывайте, что здесь майки 69 уровня. Еще пока не супер-пупер прокачанный, но тем не менее может неприятности нам предоставить, если Шреддер его сейчас не уберет с одной плюхи.
А мы убрали. Вот это был риск. Вот сейчас бы, если бы он начал бы атаковать, предположим, ну, того же самого Майки, да? Или же Мондагека, он мог бы, наверное, причинить очень много вреда. Но пиццелицей бросает свою эту булочку, я не знаю, как назвать, плюшка, ватрушка. В общем, он именно ей подбил противника. Ну что, у нас 50-я, да? 53-я позиция. 16-22 по-прежнему остается. Откатов у нас 20 штук останется. То есть это на 10 чистых поединков в два лица. Можно попробовать, в принципе, сократить трату, ну, хотя бы одного-двух телепортов. Там вроде бы еще заначка есть. Можно, в принципе, резервы достать. Так. Но вот, судя из того, что у нас сейчас получилось, я боюсь, резервов... резервы нас не спасут. Вот сейчас почему-то Шреддер очень плохо сыграл. Именно по нанесению урона. Там все практически выжили, никто не упал. И меня это насторожило. 17-23. Ну, тут все, ребят. Тут уже Шреддер один не справится в любом случае. Даже если я возьму Сплинтера, Паукуса. Хотя... Хотя, давай-ка попробуем. Они всего лишь на один уровень меня круче. Но не забывай, что по скиллам они прокачаны будут намного лучше. Например, мы сделаем с тобой так. Сейчас будем оценивать ситуацию. Сколько нанесем урона. Блин, шикарно просто, ребят. Просто шикарно. Этот отдупится. Все. Вот так бы он чаще бы бомбил бы и вообще был бы топа. Ну что, погнали тогда дальше. И у нас где-то 30-я будет позиция сейчас. Даже 27-я. Слушай, ну хорошо идем. Лучше даже, чем я ожидал. Берем опять же Шреддера. Так, ну тут уже все, ребят. Тут уже 60-ники идут, поэтому мне в любом случае придется кого-то брать. Да, видимо, мы с тобой успеем всех все-таки отыграть здесь сегодня, в этой игре. Что очень даже будет круто. Ага, постепенный урон на всех, кроме Криса Брэдфорда, да? Он миновал. И Донни, по-моему, стоял тоже без постепенного урона. Так, ну что, сейчас где-нибудь 15-16 позиция, наверное, будет. Я так понимаю. Даже 13-я. И есть вероятность, что после вот этого поединка мы переходим сразу же в Лигу Мастеров 2 звезды. Есть такой вот вариант. Раз, два, три. Надо только его проверить и убедиться, прав я или нет. А ну-ка. Постепенка на всех легла. Это уже плюс. Ну и Леонардо, конечно же, их добивает. Слушай, ну тут нам хватит 100% уже мутагена для того, чтобы прокачать Макмана на 29-й. На 99 уровень. Так, ребят, 99 позиция. Лига мастеров 2 звезды. Все очень круто. Так, Армагон, иди сюда. Шреддер, иди сюда. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Еще 4 поединка у нас будет. Ровно 4 поединка. Но не считая вот этого. То есть где-то до 50-го места мы, в принципе, должны добраться до полтинника. То есть в следующей серии, когда она у нас там будет. Сегодня у меня, ребята, последний выходной, завтра я иду с утра. Это получается у меня две смены утренние, потом короткий выходной, потом будут две смены в ночь. Да. Так, ну что у нас? 86-е место. Так, 17-23. Пора бы уже давать, наверное, максималку все-таки. Пора бы давать, но они не хотят. Ну, я имею в виду под 17-24. Раз.
два, три. Так, ну что? Это один из предпоследних поединков. У нас там еще два, да? По-моему, два остается. Поехали. Угу, хорошо. И добивочный запускаем. Изи. Просто идеально. Так-с. Давай смотреть дальше. У нас 74-е. 74. Ну, я так и говорил, ребята, где-то будет 50-е вот в этих районах место. То есть забираем Армагона, забираем Супер Шреддера. Раз, два, три. Слушай, ну тут получается раз, два, три. Еще два поединка. Я немножко где-то просчитался. Ну, это даже и хорошо. Потому что этим самым мы с тобой сможем сделать больше боев, соответственно, больше получить мутагена и дальше пройти. То есть сейчас где-то я рассчитываю на 60-е место, грубо говоря. И плюс еще два поединка, где-то будет 40-е, 30-е. Ну-ка. 61-е, да? 61-е место. Давай-ка мне 17-24 уже, парень. Хорош выкаблучиваться. Нет, но все равно мне дает 17-23. Ладно. Так. Откатов пока еще хватает. Раз, два, три. И там последний поединок у нас будет впереди. Поехали. И добиваем. Ну, естественно, Армагону здесь вообще просто в радость. У них там жизни оставалось просто микроль. Ну и просто он добил их валуном всех. Всех оставшихся, я имею в виду. Ну что, поехали дальше и смотрим. Сейчас будет 50-я позиция наверняка. Отлично. И последний, заключительный на сегодня поединок. 17-24. Беру опять же Армагона и возьму. Давай. Нет, рисковать так не будем. Леонардо не хотел. Вначале хотел, а потом подумал, прикинь, если там кто-то выживет и у них будет очень много здоровья. Так, у Супер Шреддера все-таки постепенный урон хоть как-то может добить. А тут, извини меня, тут уже, если кто-то не добьет, будут плачевные, конечно, у нас результаты. Ну, вот и все. Всех мы с тобой здесь уничтожили. Получается, мы переходим на какое место? Покажи-ка, пожалуйста, мне. Думаю, 40-е где-то будет. Оу, даже 31-е. Ну что же. Идем. Куда идем-то мы? Мы идем сюда, вот к Макману. Да, ребята. Еще 31 тысячу нам накопить. Я думаю, что в следующем поединке можно, в принципе, набить. Если далеко откинуть. Но, опять же, без телепортов и без откатов, ребята, будет очень тяжело нам играть. В данный момент всего лишь 5 откатов. Это мало. Но я не смотрел рекламу. Поэтому, наверное, сейчас за кадром я уже гляну, чтобы к следующей серии у нас было с тобой 20-25 откатов, грубо говоря. Ну что, друзья, а на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.